В МОП «Кызылгортранс» поступил автобус по временному маршруту 15А, который будет курсировать от магазина «Артыш» по улице Байгакская до автобусной остановки «Мангулек». Таким образом, мэрия решила усилить транспортную доступность данного микрорайона, с чем, судя по многочисленным обращениям жителей, не справляются частные извозчики. По словам директора предприятия, по маршруту пока ездят два автобуса марки «ПАЗ». Стоимость проезда 15 рублей. Конечные пункты назначения находятся на Байгакской и на остановке «Мангулек». Расписание составлено с учетом будних и выходных, праздничных дней. По расписанию, составленному предприятием, первый рейс в будние дни отходит от магазина «Артыш» в 7.15, второй в 7.25 соответственно. Последний автобус в будние дни выезжает от первой остановки в 18.30, а в выходные и праздничные дни в 17.30. От конечной остановки маршрут движется по улице Байгакская, Иркутская, Ангарский бульвар, Московская, Кичулола, Бухтуева, Красноармейская, Титова, Ленина, Интернациональная. От конечной на Мангулеке он едет по Кочетово, Комсомольской, Дружбе, Красноармейской, далее в сторону горы через автобусные остановки, больничный городок, автодорожный техникум, телецентр, Южный, Ангарский бульвар.